Прям китайцы не устают удивлять. Попросил у них рамку для того, чтобы перекинуть экран, все крутяшки, все кнопки. Вот. Потому что рамка была раздолбана. Вот в предыдущем видео. Ну и эти товарищи за символических 90 рублей прислали мне следующее. Смотрим. Теперь переделать нормальную магнитолу для того, чтобы она внешне выглядела идеально. Ничего не стоит. Так. Внешне целая коробка. Смотрим, почему такой большой коробок. Вот тут, кстати, было разрезано почему-то. Коробок деформирован немножко. Так. Для рамки такую большую прислали. Так, ну упаковано солидно. Провода есть даже больше, два GPS модуля, переходной провод. Короче, провода вроде бы все. Символоток есть. Так, символоток. Есть. Символоток. Отличненько. Теперь посмотрим по рамке, что. То есть они прислали, материнская плата моя остается, а они прислали с экраном совсем рамку, так даже лучше. Так, шлейф, 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 один шлейф, второй шлейф, ну вроде бы дошла целая. По центру. Так, отлично. Так даже лучше.